сегодня буду говорить с тобой как с большим, а то мы все на бегу, куда-то спешим. У тебя сегодня глаза внятные, как будто словил адекват. Посидим, побазарим, хочешь виски с колой, хочешь кофе и шоколад. Дело не в марке сигарет, а в том, что дело твое табак. И не спрашивай меня, как жить, я и сам-то не знаю как. Может, я и хочу, чтобы истину породил спор. Почему ты не просишь помощи? Или твои послания мне приносят вор? Потому даже если ты что-то и делаешь для своего спасения, малыш, я как не погляжу вниз, ты обхватив колени руками сидишь. Будто кто-то остановил самолет на лету, чтобы срочно сойти. Будто можно себе подумать, передумать посередине Млечного Пути. Я не то, чтобы пришел с тобой воду лить, не то, чтобы навестить. Просто с тобой за пазухой мне реально стало невозможно жить. У всех, ох ты ж, ё, проспал уже 7 утра у тебя. Блин, надо спать, 7 утра. Ты думаешь о ней, что ее глаза крепкие, как кофе, что ее глаза для тебя, как для наркомана морфий, что ты готов пойти за ней в царство Аида, как тот орфей, что чем ее живот, нету страны желаний или теплее. Ты сходишь по ней с ума понемногу. Да каждый второй обращается с подобной историей ко мне, то есть к своему богу. Почему только ты улыбаешься и молчишь? Почему ты ей на ухо любви, радости не кричишь? Почему даже сейчас, в этой жизни, в достатке, в возможности, как будто во сне, ты умудряешься испортить потепление своей весне? Не заставляй меня принудительное счастье тебе причинять. Раньше ложись и вставай, чтобы было легче на радости тебя расчленять. Иначе я тебя превращу в шапито, из которого уехал шоу. Помни, любовь — это наша работа, которую нужно выполнить хорошо. И мы, как настоящие профессионалы, беремся за дела сложности любой, даже за невыполнимые, такие как любовь к себе самому и к себе самой.